Ну, вот пока вот такой заборчик вышел. Этот лист я туда сейчас еще прикручу, он там проем остался, сейчас туда прикручу и будем заканчивать. И здесь вот такой заборчик получился. Верхушку потом подровняем. Здесь будет крыша, потому что с той стороны дровник. Вот. Вот эти крепления будут дополнительно сделаны клепками уже. Потому что клепки дешевле гораздо, чем саморезы. Вот как-то так. Как-то в общей теме. Здесь USB зашьется сайдингом, будет как-то в едином таком стиле.